Всем привет, друзья! Этот канал посвящен в честь бильярда. На этом канале будут видео только и только по бильярду. Сейчас я вам покажу подборку упражнений для новичков. Так, первое упражнение называется «Солнышко». Разбиваем кучу хлам и бьем по одному шару в любую лузу. Это первое упражнение. Так, дорогие друзья, второе упражнение. Называется оно «Скаты». Получается, мы должны забить эти 5 шаров именно в эту лузу. Так что по шару, по шару, шаром, по шару. Начинаем. Упражнение. Так, дорогие друзья, это у нас третье упражнение для новичков. Надо забить шаром по шару вот так вот в эту лузу 10 шаров. Просто забить, не подряд. Надо вытащить машину. Осталось последний шаг.